продукт сам, получи собственный результат, расскажи о нем, угости другого человека и расскажи его результат. И вот таким образом начинается наш бизнес. В нашей компании для того, чтобы стать партнером, нужно зарегистрироваться. Регистрация в компании стоит 1250 рублей. Что вам дает эта регистрация? Эта регистрация вам дает право пользоваться международным бэк-офисом. Бэк-офис, который работает везде, во всех странах. Что в этом бэк-офисе? Вы можете покупать продукт у компании. Не у вашего спонсора, именно у компании покупать продукт. Вы просматриваете свой баланс. Вы регистрируете, вы просматриваете свою структуру. Кто вообще знаком с бэк-офисом очень хорошо? А кто знает, что в бэк-офисе есть университет? А вы знаете, что если вы откроете, я надеюсь, что вы сегодня откроете бэк-офис и посмотрите, в правом углу, в верхнем правом углу, есть ЭБЛГУ. Университет. Нажмите на него, кто не знал и кто не заходил еще. Нажмите. Вы представляете, какие уникальные возможности дала компания за 1250 рублей получить бесплатно университет от профессионалов. Там все есть абсолютно. Там есть книги, там подбор, то, что вам необходимо. Но если вам неохота читать и нету на это времени, там есть аудио, аудиокниги. Нажмите. И слушайте, едете в метро, готовите на кухне, играете с детьми. Вы можете просто слушать. И вы знаете, и вас учат, что здесь можно делать. Зарегистрировались. Теперь компания говорит, ваш магазин, бэк-офис, нужно активировать. Для этого вам нужно купить один из пакетов, который предоставляет компания. Компания предоставляет нам 5 пакетов. Первый пакет стоимостью 200 УЕ. Одно УЕ у нас условная единица равна 50 рублям, значит 10 тысяч. Вот пакет на 10 тысяч, который предоставляет вам возможность купить у компании 3 или 4 коробки, в зависимости от того продукта, который вы выберете. И что удивительно, компания не укладывает в этот пакет продукт, который хочет она. Вы сами выбираете продукт, который нужен именно вам. Следующий пакет – это на 400 условных единиц, соответственно, 20 тысяч. Продуктов в два раза больше. Третий пакет – золотая середина, я говорю. Пакет на 30 стоимостью 600 условных единиц, равно 30 тысячам рублям. Ну и у нас есть еще бизнес, VIP-входы в компанию, который предоставляет возможность строить сразу еще и бизнес. Пакет на 1800 условных единиц, соответственно, 90 тысяч. Количество коробочек в вашем пакете намного больше. Но и золотой пакет нашей компании, который предоставляет вам франшизу, готовый бизнес, стоимостью всего-навсего 3000 УЕ, 150 тысяч, 60 коробок или 40 дорогих. Что вы будете с этим делать? Иногда задают вопрос, что можно делать, 60 коробок купить. А что вы будете делать, если вы купите холл за 150 тысяч? А что вы будете делать, если машину возьмете за 150 тысяч? Вы же не дербаните и не продаете частями. Все, купили, начали кушать. Кушайте, угощайте своих родных, получайте результат больше. Получили результаты, начинаем делиться. Просто начинаем об этом рассказывать. Если мою проблему этот продукт решил. В 2002 году я перенесла операцию на сердце. Меня направили с Дагестана в Москву, в Бакулево. Спасибо огромное врачам, они реально мне тогда помогли. В 2003 году меня направили на вторую операцию. И при этом даже 50% гарантии не дали. Я говорю, а смысл тогда делать эту операцию? Ну, может быть, поможет. После того я еще 15 лет жила с приступами со скорой помощью. На самом деле, когда вызывали скорую помощь мне, скорая помощь приезжала очень быстро. Бригады знали, что от их скорости зависит то, что как они меня будут вытаскивать. Еще 15 лет после операции.
Два года тому назад я познакомилась с этим продуктом. В сентябре 2016 года была моя последняя скорая помощь, был последний мой приступ. Как я не могу об этом рассказывать? Конечно, я об этом рассказываю. И теперь, когда я рассказываю об этом, стала делиться, в окружении вашем кто-то может вам сказать, а где взять этот продукт? Говорят вам так? Или вы застыли? Говорят. Конечно, говорят. Что вы тогда можете делать? Два варианта. Первый вариант. Можете продать им продукт и заработать денежку на разнице. Но второй вариант гораздо лучше. Пригласите. Пригласите его в компанию. Дайте ему ту же самую возможность, которой вы пользуетесь. Пригласили в компанию. Человек точно так же регистрируется. Точно так же он приобретает какой-то пакет, который компания предоставляет. Только за сделанный товарооборот в компании вы начинаете зарабатывать. За приглашение вы не будете зарабатывать. Вы зарабатываете за товарооборот в компании. То есть, когда происходит покупка одного из пакетов. Если ваш приглашенный человек зашел на пакет 10 тысяч, стартовый ваш бонус, а это первый бонус, обратите внимание на название «стартовый бонус». Вы начинаете стартовать в компании. Компания вам предоставляет возможность получения 1000 рублей. И это самый маленький бонус, который компания нам дает. Если вы ваш приглашенный приобрел пакет на 20 тысяч, соответственно, вы получаете 3000 стартового бонуса. Далее, пакет 30 тысяч предоставляет вам возможность, Руслан, стартового бонуса, равный которой 5250 рублей. Пакет на 90 тысяч предоставляет вам возможность получить стартовый бонус, равный 18 тысяч. Уже 18 тысяч. Ну и наш, конечно, если вы пригласили человека, который увидел сразу, увидел этот бизнес и зашел на самый большой пакет, ваш стартовый бонус будет равно 30 тысячам рублям. И представляете, за каждого приглашенного вами человека вы всегда будете получать стартовый бонус. За каждого приглашенного. Но в то же время, что можно еще? Что меня еще удивило? Когда я сама зашла лично, вы же слышали, что я зашла только на продукт. Естественно, я выбрала самый маленький пакет. Но потом со временем, когда я разобралась в маркетинге, я поняла, что значит остальные пакеты, как и дают они возможность. И меня что удивило, что оказывается можно сделать апгрейд. То есть перейти с одного пакета на другой пакет и при этом заплатить только разницу. Ведь это тоже привилегия шикарная. Мы платим разницу, переходя с одного пакета на другой пакет. Но если вы пригласили не одного человека, а двоих, то компания вам дарит второй бонус. Он называется групповой. Вот теперь компания смотрит на то, на каком пакете вы сами находитесь. Стартовый бонус не зависит от вашего входа. Вы можете находиться на статусе 10 тысяч и получить за приглашенного вами на 150 человек 30 тысяч. Но в групповом бонусе компания смотрит, на каком пакете, какой у вас статус. Ведь мы, покупая пакеты, приобретаем еще статус. Статусы первых двух девушек, Рамили и Татьяны, это просто наши потребители, клиенты-потребители. Статус Руслана на 30 тысяч, это уже пакет на 30 тысяч, извините, дает статус менеджера. Людмила зашла на 90, это уже статус директора. А Александр у нас зашел на статус 150, и это уже управляющий директор. И вот теперь пригласили они по два человека. Что при этом будет иметь Равиля? Ее групповой бонус будет равен 15%. А Татьяна 20% получит от группового оборота малой ветки. Руслан наш получает 25%. А Людмила и Александр по 30%. Вот здесь возникает вопрос. Странно. 90-150% одинаковы. Зачем же я буду платить 150, когда можно заплатить 90? Возникает вопрос, когда вы начинаете? Конечно. Но дело в том, что этот статус дает возможность, этот пакет дает возможность вам открыть
ищ до 9 веток. До статуса 90 вы можете открыть только 2 веточки. И в 2 ветки выстраивать свою команду. Этот статус вам позволяет открыть 9 веток. Вот какая разница в этих процентах. Ну, теперь огромное вам спасибо за помощь. Спасибо большое. Мы с вами разобрали стартовый и групповой бонус насчет помощников. А теперь я хочу вам рассказать о плюсах бинара. Наш маркетинг, вы знаете, он комбинированный. Здесь используется и бинарная система, и классика. И что хорошо, вот этот групповой бонус, вы просто запомните, что групповой бонус наш складывается от первичных закупок ваших партнеров. Групповой бонус от первичных закупок. Либо это вновь вошедшие, либо ваши партнеры, которые поднимают статус. И это все бинарно. Бинарная система. Возможность работать по двум веткам и достигать квалификации, кроме кронамбассадора, там нужно больше веток. Возможность открывать до 8 доходных веток. Еженедельные выплаты дает возможность этот бинар. Получение группового бонуса со всей глубины. Вы представляете, со всей глубины. Вы людей не будете знать на 20-м, на 10-м, на 30-м, на 150-м уровне. Вы не будете людей этих знать, а будете получать групповой бонус. Вот. Ну, конечно, еще, что меня удивило. Вы знаете, что параллельные ветки в бинаре, параллельные ветки ваших приглашенных, могут стать родными. Обратите внимание на это. Ваши параллели могут стать родными благодаря переливу, благодаря именно бинару. Ну, командная работа, конечно. Это два бонуса. А теперь хочу рассказать о лидерском бонусе. Этот бонус меня тоже очень удивил. Это, я считаю, очень благородный бонус. Почему? Потому что, когда мы выращиваем человека себе подобного, вы знаете, компания нас и поощряет. Она нам дает лидерский бонус. И реально, когда я его увидела, меня он просто поразил. Оказывается, с нескольких уровней лидерский бонус можно получать. А теперь для этого я, знаете, что хотела спросить? Не новичков, я хочу сейчас назвать не новичков, а партнеров, молодых партнеров, кто думает, что структуру построить тяжело, пригласить тяжело. Можно такого человека? Есть такой человек в зале? Кто сомневается, что можно построить структуру? Можете выйти сюда? Одного человека мне сюда, пожалуйста. Мы сейчас... Ну тогда давайте кого-нибудь здесь с краю. Один человек мне... Нету смельчака? Ну разницы нету, давайте. Можно вас? Можно вас? Меня зовут Юлия Ильясова. Директор. Супер. Допустим, что это Юлия, и она пришла в компанию APL и хочет построить структуру. Ну, первый ряд мы не будем тревожить, наших амбассадоров мы не будем тревожить. Юля, вот представьте себе, что ваш первый уровень – это вот этот первый ряд. Пригласите, пожалуйста. И знаете, очень зал шикарно расположен. Вот это наша правая веточка бинарная, а вот это наша вторая ветка. Пригласите одного человека с этого ряда, быстренько только. А то у меня время ограничено. Просто выберите человека, с которым будете строить структуру. Все, выбрали, все, на месте стоим. И отсюда одного человека. А вы стоите. Первый ряд, это вот ваш первый ряд. Вот, все, пригласите. Стойте, пожалуйста, все на месте. Смотрите, Юля пригласила двоих людей. Это ее первый уровень. Пожалуйста, теперь пригласите вы своих двух людей. Пригласите вы. Да, со второго ряда. Точно так же сделайте вы. Со второго ряда. Ну, выбирайте. Ну, давайте. Может быть, сами встанете. Двое. Ну, давайте. Двоих пригласили. О, здесь уже быстро справились. Здесь эта структура строится быстрее, веточка. А вы пригласите тоже. Каждый по два человека, пожалуйста. Это третий уровень. Два человека. И вы пригласите двоих. Да, не спите. Два человека. Пожалуйста, пригласите следующие. Пригласите.
Ну, кто-то приглашает, кто-то нет. По два человека, каждый по два человека попробуйте пригласить. Каждый по два человека. Пожалуйста, не спите. Двоих, двоих, двоих. Все, о, молодцы, встали. Так, вот у Юли. Вот Юля пригласила, вот ее первый уровень. Вот это ее первый уровень. Второй уровень. Второй уровень. Третий, нет, не хочу. Третий уровень. Третий уровень держите. Четвертый, пятый, пятый, шестой, седьмой. О, здорово. Смотрите, что произошло. Юля, сколько человек вы пригласили? Двоих. А в зале смотрите, сколько людей стоят. Представляете, какая структура? На самом деле, вы знаете, когда я услышала вот эти слова от Владимира Радченко, от одного из моих спонсоров, наставников, я от него услышала, вы знаете, не нужно приглашать много людей сюда. Пригласите двух, трех, пятерых, десятерых. Не надо приглашать. Дальше идут. Просто научите их работать. Вы учите их. Они учат следующих. А эти учат. И вот представляете, что происходит? Они начинают зарабатывать. Юля заработала групповые? Поделись со своим первой линией. Тоже заработали. Когда ваши люди начинают зарабатывать групповой бонус, вы начинаете зарабатывать лидерский бонус. Собирайте лидерский бонус. С первого уровня 20%, со второго 30%, 5%, 5%, 5%, 3%, 2%. Вы можете представить себе, ваши люди зарабатывают, а вам за это платят лидерский бонус. Супер? Спасибо. Спасибо. На этом сказка не заканчивается. На этом дальше мы продолжаем. Хадиджа, раздай вот здесь вот. Так, уровни мы с вами разобрали. Но вот дело в том, что партнеры наши приобретают продукт, правильно? У нас с вами есть два правила в компании для того, чтобы строить бизнес. Всего-навсего два правила. Первое, одно из них – делать ежемесячную активность. Ежемесячная активность ваша равна 2000 рублей. Это две упаковки, две коробочки, которые вам просто жизненно необходимы. Это минимум, который мы берем. Вы можете взять больше. Компания дает возможность, она дает возможность на сверхактивы. Сделайте вот на эту сумму, вы получите еще столько подарков. Это ваши партнеры начинают покупать, а вы начинаете зарабатывать. Структурный бонус. И это пассивный бонус, это самый вкусный бонус. Это бонус, когда вы создали команду, команда покупает продукт, а вы зарабатываете. И чему он равен? Давайте посмотрим. Первый уровень. Вы будете получать 5%. Юля, давайте продолжим с вами. С первого уровня 5%. Со второго уровня 6%. Далее 7%. 8%. Количество людей по геометрической прогрессии растет, и процент растет. Меня реально это шокировало. Я говорю, людей больше, процент больше. 8, 9 и 10. Ну а все ж таки, если вы выберете пакет управляющего директора, зайдете на статус 150 или сделаете апгрейд, то вы со всех этих уровней будете получать 10%. Супер! То есть за одну купленную коробочку вашим партнерам вы будете получать не 50 рублей, а 100 рублей. А если он купил дорогой продукт, то это будет равно 300 рублей. Спасибо большое.